Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем Человек-паук. Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Давай. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Так, давайте. Мы только что прошли какую-то одну миссию. Будем идти ко второй. Блин, эта антенна помешала. Вот так. Беги, беги. Прямо беги. Да нет, ты беги. Прыжок. Немного осталось. Понизу я даже не побегу, там не знаю даже, что делать мы будем. Вот так. Уже чуть-чуть осталось. Хоп, и мы вот здесь. Давайте смотрим, что нас ожидает. За какие мы сюда приперлись, в квартиру-то. Простите, опоздал. Я... вон оно что, Михалыч. Осьминога. Начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний. Что-то пошло не так. Черт. Может быть, отключить? Еще нет. Сейчас. Давай. Помогай старику. Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Конечно, без проблем. Соседний кабинет. Можно взять отгул, Питер. Но... Потом поговорим. Отфутболили еще. Ну как некрасиво, господи. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной. Но сперва разберусь, что пошло не так. Давай. О, ты не в лучшей форме, малыш. Что не так? А, я должен сам здесь двигать. Ну, вроде ограничена функция-то, ну, есть. Но она и не настоящая. Посмотрим, что с тобой не так. Давай. Электронный документ. Поврежденная серво... Так, отказ подключить сервомотора. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Так.
повернуть. Вышло. Ну, ничего сложного нет. Ага. Перенаправим сервопривод. Понятно. Так, я что-то не понимаю. Один, два, тут что-то три. Подожди. Надо же вот сюда. А что не так? А, вот оно, чё как. Отлично. Все, понял, тут еще и по стрелочкам надо. Сбалансируем напряжение. Так, не понимаю маленько, как оно куда, чего должно идти. Некоторые элементы схемы дают положительный или... Что-то не понимаю. Ну ладно, давай. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Ну что, все нормально же, да, идет? Проходит все. Неферное напряжение. Закончим. Не понимаю, что я там наделал, короче. Ну, починил, и ладно. Загрузка чертежа, передача завершена. Посмотрим, что будет. Давай. Как новенькая. Ну вот, подвижность гораздо больше стала. Все, окей, на. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Смотрим. Будем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу. Ну, вот награда, точность привода, давай. Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Так. Нормально работает же. Здорово. Очень плавный отклик. Так. Теперь настроим силу хватки протеза.
А мне надо вот сюда проходить? И вот так. Так-то лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Пространственная карта недоступна. Ну, пока ничего недоступно остальное. Ладно. Навыки. Пока не получил еще. Ладно. Что у нас здесь? Анализ. Обнаружено неизвестное вещество. Док проводил испытание с новым материалом для протеза. Так. Линии поглощения с шаблоном. Укажите курсором мыши на фрагмент и удержите, чтобы взять его. Понятно. Гель полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Че, все пока что? Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Да? Ладно, сваливаем только опять через крышу. Сколько я получил-то хоть за все это? Ой, у меня костюм порван. На новый костюм денег пока нет. Так. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Блин, еще пока ничего не получил. Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, простите, что угодно. Получить дело. Уже в пути. Называем. Давайте. Мы разбираем классические... Тут интересно знать, вообще проходят, нет, какие-нибудь преступления? Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джим, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. С дважды так. Лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джим, Джон и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Интересно. Говорите. Знать, как. Вы я радио-то слушаю. Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском. В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь. Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда, и для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы допоете, когда три новых бандита заставят вас платить втрое больше каждому. Или ноги вам переломают. Всего доброго. Ну вот. Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня что-то хорошее. Да. Он не может сказать, у него язык не поворачивается такое сказать. Ну-ка, вообще, карта есть? Карта есть.
А, вон у меня дом даже есть. Простите, простите. А что у тебя там? Оп, 5 опыта получил. Вот так вот дал пятюню. Так, здорово. А, мне вон на полицейский участок надо. Почему через крышу только? Что, через дверь не заходится уже там, через парадный вход? Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Аскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сладости. Кстати, кому доверяешь, это очень хорошо. Я думал, ты мне доверяешь. Доверяй, ну проверяй. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. Так, что-то надо сделать здесь, нет? Подожди, надо как-то, я понимаю. Вот же. Минутку, хочу кое-что проверить. Ну? Давай-ка. Все нормально поставил. Я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Да подожди, подожди. Подожди. Сейчас я их поймаю. Давай. Что значит давай? Открывай. Я тут такую штуку изучил. Вам понравится. Я уверен, что мы не забыли ключи. Так. Противники с холодным оружием способны блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания воздух. Паутины и бросков предметов. Не. Вообще-то я не туда.
Подожди. Ну вот так вот. Разобрался. Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Мой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Давай. Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-пау. Коп-пау. Давай, прибежал. Это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали. Не бойся, девчуля. Сейчас помо... О, вот этому жирному-то тем более надо надавать лилей. А ну потише, леди. Отстань от нее. Так, громилу очень сложно ранить в рукопашной, чтобы заставить его раскрыться, используя паутину и броски предметов. Наказали пухлиша. Уходи, или она умрет. Отпусти! Так, спасите заложника, пока не истекло время. Используйте так для прицеливания, затем нажмите Е, чтобы разоружить врага. Хоп! По рогам ему, правильно. Ну все, девчуля, беги. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Конечно, это я. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе, уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их уже давно. Я зайду туда. Спасибо. Да пожалуйста, паук. Давай. А, человек-паук. Ну. Это не важно. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Так. Можно-то можно. Ой. Еще даже ничего не заработал. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Нет, конечно нет. Никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Ой, я тут вроде как был. Давай. И вот мы стоять. Прибыли на место. Прибыли. Все. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Так, смотрим. Что-то я понять не могу. Вроде как совместимо, вроде как и нет. Так. Вот так. Это что получается, как этот Дайч Вокс или кто он там?
своим смартфоном открывал себе. Ух ты, это что-то там есть. Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Давай. Что же это? Еще и в паутину закотано. Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Вот какую-то часть воспоминаний нашел. Интересно, сколько таких по всему городу? Ни хрена я их разбросал. Так, ищите рюкзаки, чтобы получать жетоны рюкзаков, которые можно тратить на изготовление более качественного снаряжения. Понятно. Ну вот один справа. Один где-то справа торчит. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Блин. Так-то он... Ни хрена смешная реплика-то. Ой, полицейская с ним не соскучится, это факт. Да тихо ты. Вот я пришел на помощь. Сейчас мы их. Открывай сейф, живо! Эй, парни! Ай-яй-яй! Человек-паук, стреляй! На. На. Ой. Наверное, это было все. Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Вроде как все, да? Так, Юрий, сейчас починю... Ну-ка, давайте-ка посмотрим, куда. Последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке безвременно... Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Так. И зачем я это сделал? Подожди. Понятно. Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше. Ладно, это пока оставим. И... Блин, как отсюда... Хоть правильно иду. Нет, вот сюда чуть-чуть надо взять. Сейчас мы быстро придем. Ух ты. Это и правда ты. Беги. Где-то здесь.
Давай, я знаю, что где-то здесь. Блин. Давай. Собирай. Бегом, бегом, бегом. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, беги, беги. Чё ты как старый пердун передвигаешься? Еще немножечко. Вперед. А мне сюда надо. Прыжками давай. Ну, смотрим, что у тебя с вышкой здесь. Установили. Вышки показывают на карте различные находки, испытания и побочные задания. Понятно, давай, ладно. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Чё, идем? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто... Ну так, вот еще вот. Есть три рюкзака. Это величие нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, так. До завтра он не появится. Ой. Можно заняться. Вот прямо где-то вот. Костюмом. Ну вот прямо, прямо перед носом где-то должно быть. Вот сюда. Взяли. Мягкий паучок. Ну это прикольно. Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Ладно. Ой. Я что-то вижу красную точку какую-то. Что за красная точка? Какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? Привет, парни! А у вас рецепты на это имеются? Да подожди ты. Да вот. Сейчас вернёт. Да. Наконец-то драка. Получай. Подожди. Он куда-то фухляш-то упал. Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп. Так, давайте направо. Ты такой... Парю, я что, соскучился? Нет! Давай.
Блин, их даже на крыше можно встретить. Чего вы там на крыше забыли? Ну хотя наши наркоманы ползают по грядкам там, по палисадникам, цветы копают. Так, где-то. Вот он. Не. Всем постам ведется преследование. Нужно подкрепление, выстрелишь. Собрал. Позади меня. Ну давай посмотрим. Надо остановить их. На. Экзамен не сдам, прав не получите. Подожди. Давно не виделись. Да подождите вы, понять не могу. Пора на выход. Как вас останавливают-то? Вытаскивай его. Все. И это завершает наш тур по Нью-Йорку с паучком. Вот такая вот миссия, значит. Последний сундучок. Я прям, причем стою-то. И оп. Беги. Кстати, вот такие дома у них построены кубиком. Они в GTA 4, по-моему, участвуют. Ну-ка, смотрим. Постам, произошло нападение. У нас вызов из стаи Висанта. Это грабеж. Надо остановить их. Хотите драки? Вам повезло. Ну чё, всё? Но, может, вы поймете, что не надо бить других. Вот такой вот я молодец. Карта. Давай. Беги. Вон он, рюкзак. Давай, я иду к тебе. Подожди, где-то...
Вот на этой штуке. Забрал. Ну вот такой вот я молодец. Навыки. Так. Замедление времени перед смертельным ударом, дающим вам шанс уклониться от него, доступно только один раз за бой. Но тоже, знаете, неплохо. Давай. Пойдемте. Нас Октавиус ждет. Господи, он там перемещается по этому городу. Давай, 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 беги, беги, беги. Прыжок. Подтянулись хорошо. Блин. Зачем платить за такси, спрашивается? Блин, как ракета нахрен. Пострадавшие не могут выбраться из машин. Свободным машинам проследуйте в Вест-Виллидж. Подожди, а где авария? Где авария-то? Извините, но я тут уже... Вот она, дверь. Все, мы зашли в комнату. Почему через крыши заходим? Что-то не подозрительно разве? Заходить через крыши. А? Что тут происходит? Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Я какой-то детектив странный. Ну ладно. Октавиус. Индустрия. Давай, во, доступно. Пространственная карта, давай. Интересно. Вычисление дока по системе пространственного отображения. Так, это нет, это же повернуть надо. И сюда. Да сюда. Круто. Руки теперь будут ощущать окружность. Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Так. На автоориентирование. Так. Ну-ка давай. Сюда. А этих больше нет. Так.
Блин, нифига себе. Еще одну надо развернуть, значит. Нет. Так. Прошло. Готово. Это поможет держать равновесие тем, кто будет носить протез. Теперь тут. Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза. Давай, на выходе. Поставим. Так, блин, я даже не знаю, как тебя вести. А, вот так тебя надо вести. Да стой ты. Не совсем понимаю, конечно, как вы хотите это запустить. 4, 4, 5. Вот так. Отлично. Так более рационально и безопасно. Ну все, пока, да? Здесь закончили. Или еще можем этим химсоединение еще поискать. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Так, доступно. Ну давай. На этой станции вы можете работать над спектрографическими проектами. За завершение проектов вы получите опыт и другие награды. Получите новый спектр. Ну давай. Анализ. Неизвестное вещество, давай. Над чем док работал с этим? Начнем с простого. Прекрасно. Так, продолжить. Похоже, еще один возможный материал для протеза. Понятно. Так. Вроде пока ничего сложного нету. О, ВПС гидрогель. Удачное решение. Наверное, ткани хорошо приживутся. Продолжаем.
Над чем док работал с этим? Взаимно нейтрализуются. Так. И у нас еще остается. Остается еще одна. А что, это не берет? А, это я уже израсходовал. Ну тогда она одна остается. И теперь надо ее выбить, да? Нет. Опять же нет, да? Так. Где мне две полосы-то убрать от нее? Вот тебе ничего сложного. Вот так. Что-то на этот раз у нас... проводимость. Но я совсем не уверен в сроке службы. Может легко расслоиться. Понятно. Ты бы мне сказал, что мы ищем. Графен на биосовместимость. Так, вот здесь-то... Ну вот так. Так себе. Цитотоксичность велика. Я бы не решился делать из него имплант. Хорошо, что мне шапка нужна. Ой, шапка, голова нужна не только, чтобы шапку носить. Посидели, подумали. Ой, господи, тут что, свет выключили уже? Все домой уходят. Питер, это что? Еще раз спасибо за анализ данных. Взаимный контроль – залог великих успехов. Знаешь, мне твои благодарности. Что я могу тут еще... Удивительно, как быстро совершенствуется протез. А в первом прототипе у нас были детали от старой микроволновки. Да. Надо подумать над организацией рабочего пространства. У нас есть... Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая встряска мне и нужна была. Блин, какой-то сарай, а не лаборатория. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Ага, вот он, значит, почему такой преданный ему. Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычная оскорбь. В этот раз все будет по-другому. Давай, смотрим, что у меня тут с костюмом. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да.
Это ты? Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Как очевидно-то? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Профессор, конечно же, лопух, но аппаратура при нем. Вот так вот прокатило. Это что там? Что-то check your... Отто. Проверь почту. Нормально живет, да? Пойдем почту проверять. Надеюсь, док не уволить меня. Питер, так. Когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Прекрасно, прекрасно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!